ночек расписной. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем, и футбольчик поле чисто, это наш привычный дом. Мы великие таланты, но понятные и просты. Мы певцы и музыканты, акробаты и шуты. Сегодня открытие летней веранды замечательного места, которое называется «Кавказская пленница». Вы знаете, это фильм, многие его пересмотрели миллион или тысячу раз. Действительно, это прекрасно, что сегодня такая хорошая погода, уже летняя, практически сегодня 30 мая 2013 года, если я не забыл. Всем приятного вечера, и звучат наши песни. И следующая песня из нового альбома, это называется «Как любви, а небо и дали».
Страшно, что его же приняли гражданство, и гражданство просто правильно нам все его позиции.
Сейчас я хочу спеть песню моего замечательного товарища друга Сергея Трофимова, называется песня «Весенний блюз». В городе оттепель, чавкают лужи, серый мартовский снег. Город весною ранний контужен, скрылся венами рек. Перемолото, скомкано, сорвано, слишком долго зимой. Но у меня есть ты, значит, Господь со мной. Оттепель смазала контуры мира, словно кистью дали. Звуки текущие прямо словила, будет раны земли. Все потаенное давнее всплыло, темный новый драмный сюжет. В первой главе директивы свечи, тень ходит на свет. И неприглядная истина мира вновь предстанет тобой. Но у меня есть ты, значит, Господь со мной. Светом твоим завороженный. Святой.
большое, спасибо огромное. И сейчас я хочу вспомнить веселых ребят. Эта песня уже много-много лет обсуждается на всех кухнях нашей страны необъятной. Когда дети ложатся спать, и мужчины и женщины садятся за чашечку чая и начнут кофе, идут дебаты о том, кто прав, кто виноват у кого-то. Что-то не получается, кто-то виноват, кто-то должен это исправить. Друзья, пусть друг друга. Итак, а вы стойте, дядя на работе. Очень давно же так забавная песенка звучала. Уже много лет этой песенке куплет навсегда в память врезался в мою. Вышел в детство, снова в смуле землю. И все смотрите в окно. Не волнуйтесь, тетя, дядя на работе, а ни с кем никуда не мог. Ой, напрасно, тетя, вы слезы лети. Муж ваш редкий семейный. Так что не грустите и его простите ради ваших имен. Тетя, дядя, ждет, и дождаться света не знаю. И никак не пойму, вспоминаю, почему этот, в общем, не затейливый сюжет. Ведь не дяди у меня, не тети нет. Ой, напрасно, тетя, вы лекарству пьете, и все смотрите. Все вспомнили, я ее знаю с детства. Это был 1980, даже бог, не знаю сколько лет, это было назад, в общем, давно. И сейчас песня из нового альбома, который называется...
большое. И, конечно, хочу вспомнить песню того самого периода, когда мы были школьниками. Спасибо, дорогие девушки, которые были с нами в школе, которые шли с нами на баррикады. Да что там, в Сибирь, в глушь, Саратов, ну и так далее. Декабристки. Следующая песня родилась не случайно. И каждая песня имеет свою историю. Средиземное море, страна Италия и красивый город, где много маслин и обольстительных женщин. И чеши плохие осень. Он вскрой небе синим, рис 15-48. И печаль уже не прячешь, бармак улыбки нежной. Улетай, русский мальчик, ждет его ноябрь снежный.
Спасибо большое. Я начинаю вас уже видеть, потому что подсвечивается все. Я вижу даже ваши бокалы, ваше настроение. Вижу сациви, пхали и многое другое, что не запьют грузинскую кухню. Спасибо большое. А в зале вообще что-то слышно? Или можешь включить телевизор, потому что звук такой, что хочется повеситься. Все нормально. Нормально, спинку потянет. Хорошо. Давайте я что-нибудь спою для вас такое медленное.
чтобы легче входило. И вечером, вернее, утром выходило. Соло в честь открытия летнего сезона. Гитара, бас-гитара. Алексей Кадречко.
того, о тебе говорят. Только все это напрасно. Где снегопад, а где звездопад? Сам я смогу разобраться. Мне ведь совсем незачем знать все, что с тобой было раньше. Раз ты меня научила летать, значит, не может больше. У нее родилась дочка, и мы ее поздравляем. И будем чествовать. Побольше бы таких красивых девочек. Ну, мы будем стараться. Кристина, разбить. Спасибо. Целомудренная, детей нет. Ну, будем работать. Будем работать, обязательно. Что я несу? Бас-гитара. Алексей Котрячко! У Алексея сегодня день рождения, ему 18. Было недавно. И у него тоже родился мальчик. Они что, сговорились, что все? Надо заняться этим. А гитара. Анатолий Шиванов. Thank you.
гитара Олег Белов. Спасибо большое. Звукорежиссерский пульт, он находится сейчас где-то в районе туалета. Где-то далеко, вообще так никогда не сражает. Как он слышит, непонятно. Ян, вот он там, где-то в жопе. Далеко вообще. World Champion Drummer. Спасибо огромное. Алёшкина любовь! Это за отдельный день, если что. Мы действительно рады, что сегодня открытие этого замечательного, не знаю, ресторана, клуба. Кавказская пленница всегда у меня ассоциируется с самыми приятными воспоминаниями моей юности. Я рад, что сегодня у нас нет ливня, нет дождя, над Москвой прекрасная погода. Я желаю всем в душе такого же состояния удовлетворенности, как сейчас вы это делаете, скажем, от хорошего Синандали. Кстати, в Москве продается или уже? Или еще уже? А Боржоми тоже начали продавать? Замечательно. Вот по этому поводу я всех поздравляю и надеюсь, что дружба все-таки превыше всего остального. Спасибо еще раз. Счастья, всем здоровья и берегите друг друга. Спасибо. Спасибо. Подожди. Не подымайся.